До конца года в Твери планируют отремонтировать свыше 60 километров дорог во всех районах города. Деньги будут выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» и финансирования по закону о статусе «Город воинской славы». На каких именно объектах улично-дорожной сети будет проведен ремонт, расскажем в сюжете далее. В центральном районе Твери отремонтируют улицы Вольного Новгорода, Коминтерна, Волжский проезд и другие. В Московском ремонт пройдет на улицах Тамары Ильиной, 15 лет Октября, Ротмистрова, Московское, Летное поле, Южное, проезд от Московского шоссе к поселку Элеватор и ряд других. В Заволжском новый асфальт появится на Сахаровском шоссе, улицах Шишкова, Маяковского, Фрунзе, Третьяковском переулке и не только. В Пролетарском в план работ включены улицы Первая Республиканская, Академическая, Громова, Карбышева и другие. Говоря о сроках проведения работ, то они должны быть категорически соблюдены. Мы четко будем требовать соблюдения установленных сроков проведения работ, кроме аварийных, до 1 октября, основные работы до 1 октября года, в который эти работы были обозначены. Когда мы затягиваем по тем или иным причинам проведение дорожных работ, то мы входим в определенную зону риска. Сегодня мы еще раз дали указание Дорожному фонду, Министерству транспорта внимательно следить за ходом проведения работ и не допускать укладку асфальта во время дождя, либо во время снега, потому что это нарушение всех технологических норм, ну и, соответственно, это риски по сокращению гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия. Один из ключевых проектов – это въезд в Тверь со стороны трассы М-10 «Россия». Помимо этого, запланировано сделать направление Тверь-Кимра и Тверь-Бежецк. Также поставлена задача перевести все грунтовые дороги города в твердое покрытие. Не стоит забывать и о безопасности, в частности, об устройстве пешеходных переходов с подсветкой. Безопасности на отремонтированных участках будет уделено особое внимание. Впервые на 2020 год запланировано мероприятие, которое направлено на освещение участков населенных пунктов, проходящих по региональной сети дорог, там, где мы получали наибольшее число дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, продолжится капитальный ремонт путепровода на Бурашевском шоссе, а для пешеходов построят мост через Тьмаку. В ближайшие 5 лет в Твери в нормативное состояние будет приведено 265 километров улиц.